девочки, приехала поразвлечься. Тут парочка магазинчиков. Не знаю, не было здесь. Вот как ветер телефон крутит. И в другой магазин рос. Встретила такие штанишки. Вот шов. Вот он, шов. То есть получается как юбочка. Получается юбочка для меня. Хорошие такие штанишки. $15. Хорошая ткань такая. Ой, музыка тут играет. Что, штанишки как юбочка. Какая-то мода такая. Если что-то захочется, померить. Здесь вот серая юбочка, так и на салатовая такая. Не один цвет. Хороший тоже. $17. Какая-то фирма Discovery. Телесный цвет. Хорошая ткань такая. Сколько она стоит? $16. Можно сказать, 16,5. Я надеюсь, что я потом смогу музыку убрать. Как говорю, кричу прямо в этот магазин. Такой какой-то неплохой магазинчик такой. Приятный. Приятная такая одежка. Тоже штанишки приятные. Я смотрю, штанишки $18. Поскольку я езжу на электровелосипеде, и мне хочется что-то приличное поносить. И длинные нужные штанишки, потому что солнце печет. Солнце печет, жжет. Такие вот магазины, платьишки. Есть хорошие платьишки, можно так на вечер какой-то что-то себе подобрать хорошенькое. Правда, шьют непонятно на кого, но что-то можно подобрать. Да, размеры такие. Раз. И в Америке. Где толстики. Где толстики, это обычно. А все костюмы такие маленькие. Все платьишки маленькие. Пальчишки так прилетели. Шляпки.
это летняя обувь, что ли? Говорю прямо в телефон, потому что вот модно, люди одевают такие штуки, наверное, неудобно. Я видела, люди ходят в таких. Может, они действительно удобненькие, надо померить себе что-то. Может, и взять. Вот беленькие есть. Какие-то пузырьковые такие. Ну что, ботиночки-то, да? Пошли дальше. Придется убирать музыку. Такая сумочка. Кошелек, разные кошельки. И еще дополнительный кошелек. Вот, много юбочек здесь, в этом магазине. И тут сплошные вот такие вот, да, носят, но они жесткие. Очень жесткие. А вот какая обувь. Какая-то резина. Ну, такая какая-то обувь интересная. Ну, естественно, красивые сапожки. С очень хорошим каблуком. Здесь цельный каблук, а здесь, видите, сколько слоев. Натуральный каблук. Такие. Пошли еще смотрим. Вот юбочка-карандаш. Да. Такая плотная. Правда, впереди разрез. Совсем маленький. А не юбочка. Кармашками. Думаю, штанишки — это юбочка с кармашками. Короткая. Носит коротко, очень носит коротко. Что у нас здесь еще? Хорошие такие, да? Каблук натуральный. Очень красивый. Вот какие красивые. Красота. $35. Не решила вообще здесь что-то померить пока. Какие-то еще есть красивенькие, но пока так вот внешне вот красиво, но так как не хочется мериться. Вот такая штучка хорошенькая. Вот мне нравятся короткие такие. С рукавчиком. Нравится как-то. Шляпки. У нас тут, смотрите, разноцветные. Красивые кофточки с длинным рукавчиком. Так. Совсем маленькая, коротенькая юбочка. Девочки носят, видите, такой зелененький оттеночек. Розовый и черный. Одевают колготочки и носят. Кто-то без колготочек, кто-то с колготками. Длинный рукавчик. Красивая такая кофточка. Наборчик. Сколько он стоит? Это не набор, наверное. 24. 25. Не набор. Все прикреплено. Фирма.
закреплено, прикреплено наборчиком уже 26 долларов. Красивенько. Там еще тоже красивые курточки. Короткие, с длинным рукавчиком. Разные. Вот коротенькая курточка и рукавчик. Длинный. Сколько, 20 долларов. Очень красиво смотрится. Там есть беленькая. Хорошая такая курточка. Надеть сверху на рубашечку длинную. Очень хорошо. Все, пошли из громкого магазина. Слишком громкая музыка. Бедная, не целый день так. Все, пошли в другое.